И мы будем стараться смотреть и отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте, здравствуйте. Значит, ну вот мы хотим рассказать вам о аспирантуре на нашем факультете «Философия, этика и религиоведение». Вот рядом со мной Белов Владимир Николаевич, профессор, доктор наук, заведующий кафедрой онтологии и теории познания. И я, Нижников Сергей Анатольевич, профессор кафедры истории и философии. Вот мы готовы рассказать вам о нашей аспирантуре «Философия, этика и религиоведение», познакомить вас с тем, как мы работаем, какие у нас есть возможности, какую вы можете получить квалификацию и ответить на ваши вопросы. Но прежде всего хотелось бы сказать, зачем нужна аспирантура. Да? Аспирантура, вот, она дает очень много, на самом деле, по философии. И можно работать не только в академических учреждениях, не только в вузах. Грамотный, умеющий мыслить человек, он нужен везде сейчас, востребован. Поэтому и в государственных органах можно найти работу, да, и в средствах массовой информации, ну и, безусловно, вот академическая карьера. А может быть, где-то и в бизнесе, где нужны грамотные советники и так далее. Поэтому вот очень большой спектр трудоустройства. Я думаю, что для наших философов большой проблемы не будет найти работу, и никто не будет разочарован в потраченном времени, не говоря уже о том, что это изучение философии, это еще и личностный рост. Вы будете познавать новое, вы будете знакомиться с различными идеями, с философией Запада и Востока. Это просто самое главное, это личностный рост, расширение вашего кругозора, что пригодится в любом случае, чем бы вы в жизни ни занимались. Вот. Ну и хотелось бы сказать о структуре. Вот у нас четыре философских кафедры. Это философия, это у нас социальная философия, кафедра онтологии и теории познания, кафедра истории и философии и кафедра этики. Таким образом, у нас закрывается весь спектр как бы философских дисциплин нашими кафедрами. И вы можете выбрать себе любой из этих спектров. Можете изучать, как уже у нас кафедра называется, социальную философию во всех ее аспектах. Можете заниматься гносеологией на кафедре онтологии и теории познания. Вот я с кафедры истории и философии, вы можете изучать историю философии, причем в ее разнообразных проявлениях, историю философии Запада, Востока, древности, современности. У нас работают преподаватели, носители языков, арабского языка, санскрита, китайского языка, вот, не говоря уже про европейские языки. Поэтому вы можете выбрать себе действительно вот, научного руководителя сами, выбрать соответствующую тему, которая вас интересует, вот, исходя из этого спектра. Ну и кафедра этики. Вот, вы можете заниматься этическими, изучением этических проблем и современности, заниматься профессиональной, изучением профессиональной этики, прикладными вопросами и так далее. Вот. Но у нас три профиля, вот, соответствующим трем профилям трех кафедр. Это социальная, онтология, теория познания и история философии. Этика не имеет своего профиля, но этические проблемы, они, их можно рассматривать по этим трем профилям, они как бы включают в себя и этическую проблематику. Поэтому, видите, самый широкий спектр, мы можем удовлетворить все ваши интересы, творческие, тематические и так далее. Ну вот увидите презентацию, вот, например, у нас работает на кафедре истории и философии профессор Мейсон Мухаммед Аль-Джанаби. Вот он занимается арабской философией, суфизмом. Он носитель, знает языки соответствующие. Вот, является признанным специалистом в мире по данной теме. Также у нас заведующий кафедрой Кирабаев Мурсерикович, исламовед, со знанием арабского языка. Вот, известный в России за рубежом специалист. Вот, так что вот кто интересуется арабской, арабо-мусульманской философией, у нас есть все возможности для этого. Вот, ну, также у нас вот Владимир Николаевич, который рядом со мной, он занимается русской философией, неокантианством.
Вот. Превосходное знание немецкого языка, переводит работы Когена на русский язык и других неокантианцев. То есть вы можете непосредственно вот изучать неокантианство на языке оригинала, да, и как это неокантианство было представлено в русской философии. Вот. Я занимаюсь проблемой духовного познания философии Востока и Запада. Вот вы видите соответствующую монографию. То есть можно изучать русскую философию во всем ее разнообразии историческом. Можно изучать компаративистику, компаративную философию, проводить сравнительный анализ Запад и Восток. Да, что сейчас очень интересно, это компаративная философия получила свое развитие. Вот на кафедре онтологии Вячеслав Михайлович, профессор, работает, известный также в стране и за рубежом специалист. Вот, он занимается философией и мифологией. Вот здесь его написал много известных монографий, здесь вот некоторые из них, вы видите, представлены. Также кафедра онтологии, я вот за Владимира Николаевича уже начал говорить, он еще добавит про свою кафедру. Вот видите, проблемами цивилизации занимается, это сборник статей. Вот. Каждая кафедра у нас старается издавать свои сборники статей, свои коллективные монографии, участвует в различных грантах. В гранты мы сейчас привлекаем аспирантов. Вот. Вы тоже можете участвовать в исследовательской работе кафедры и даже получать за это вот вознаграждение. Да? Вот Владимир Николаевич Цвык, Владимир Анатольевич Цвык, да, являющийся деканом у нас и заведующим кафедрой этики. Вот его монография по профессиональной этике. Так что вы можете вот изучать этические проблемы. Ну, у нас в презентации, да, вот Нур Серикович, о котором я говорил, у нас заведующий кафедрой истории и философии, известный ученый. Вот, можете, так сказать, выбирать себе любого научного руководителя. Вот Вячеслав Михайлович Найдыш. И у нас здесь богатая презентация, вот много представлено монографий, учебников. Мы активно издаем. А вот это три профиля, которые вы можете выбрать в соответствии с кафедрами и, так сказать, проходить вот аспирантуру по этим трем профилям. Вот онтология, да, социальная философия, история философии. Вот это наша кафедра истории и философии, видите. Можно заниматься и Латинской Америкой, и философией Азии, вот, и межцивилизационный диалог. Наша специфика вообще диалог культур, диалог цивилизаций. Вот, поэтому это актуальная сейчас тема, мы как раз в ней специализируемся. Социальная философия, видите, модерн и постмодерн. Постмодернистская философия сейчас очень популярна. Вот, и современность. Онтология, теория познания. Ну вот философия мифологии, философия науки, квазинаучные формы культуры, проблемы цивилизации, стоящие перед современной мыслью. Этика, значение нравственных ценностей в профессиональной общественной деятельности. Ну, у нас аспирантура, количество аспирантов у нас небольшое, поэтому у нас, как я обычно говорю, штучный, так сказать, подход. Да? Мы стараемся вот выращивать, так сказать, наших аспирантов, помогать им вот всячески, чтобы они успешно прошли обучение в аспирантуре и успешно защитились. Ну вот вопрос, как проходит выбор научного руководителя. А вы приходите, когда поступаете в аспирантуру, вы, ну, это можно как бы, вы уже определяете, когда поступаете, да, можно прийти на кафедре пообщаться, можно, так сказать, когда вы уже сдали экзамены, если вы не определились до этого, сдали экзамены, можно потом определиться уже, пообщаться на кафедрах, посмотреть презентации, да, вот, Владимир Николаевич, как вы думаете? Вот как выбор научного руководителя, да? Ну, по той тематике, которая вас интересует, я думаю, если вы на сайты кафедры, даже можно не приходя на кафедру, обратитесь, там каждого
преподавателя есть своя страничка с описанием профессиональных интересов, достижений, и вы в соответствии со своим предпочтением можете уже посмотреть, кто из преподавателей вот в вашем, так сказать, сегменте работает, и, соответственно, можете пообщаться с заведующими кафедр соответствующих или кафедры, да, обычно, ну вот заведующий той или иной кафедры, ну вот четыре заведующих, они, конечно, могут вам правильно посоветовать, исходя из ваших интересов профессиональных, да, кто из преподавателей вам больше подходит, и, соответственно, вы сможете начать взаимодействовать уже, да, на любом этапе. Mm-hmm. Уже сейчас вы это можете сделать, если вы сами mm-hmm. хотя бы немного определились со своим предпочтением, со своим научным интересом, вы уже сейчас можете связываться и с заведующими, или с конкретным преподавателем. Да, есть их электронные адреса, есть электронная mm-hmm. почта, да, где вы можете списаться. Ну или вот, mm-hmm. как я уже сказал, с заведующим кафедрой, той или иной кафедрой. Mm-hmm. Можете к нам обратиться непосредственно, вот, Владимир Николаевич, Сергей Анатольевич, мы знаем всех преподавателей и сможем да. кого-то рекомендовать. Ну и потом есть возможность сменить научного руководителя. Если вы в процессе обучения вдруг решили, что вот несколько тему надо скорректировать и так далее, это тоже всегда возможно. Но, конечно, лучше как бы определяться сразу, чтобы работать в этом направлении уже. Ну вот, видите, у нас еще вопросы, где работают выпускники, да? Ну вот я уже вначале сказал, где могут работать. Вот, в принципе, так и работают в разных сферах. У нас много вот иностранных еще аспирантов. Они находят место у себя в академической сфере. Многие работают, вот наши выпускники. Во Вьетнаме там, например, вот у нас было много выпускников из Вьетнама. Они находят, вот многие из них в академической сфере работают. У нас наши аспиранты, они в самые разнообразные сферах работают. Вот есть те, кто в академической сфере работает. Вот. Можно ли поступить вам после магистратуры? Да, вот мы как раз сейчас презентацию открыли, что вы можете поступить с других направлений, да, к нам. Вот. И потому что у нас первый год – это обучение, даже если вы не знакомы глубоко с историей философии, там, с философскими проблемами, то в течение первого учебного года в основном у вас будут соответствующие дисциплины. И вы это все можете наверстать и получить необходимые знания. Потому что помимо защиты диссертации вы еще получите и диплом, да, соответствующий, где будут те дисциплины, которые вы сдали, перечислены и так далее. То есть аспирантура сейчас это не только защита диссертации, но и третий уровень образования. Вот. Дисциплины какие? Ну, эти дисциплины во многом зависят от кафедры, то есть от профиля, который вы избрали. Но есть и общие дисциплины. Общие дисциплины – это история, философия науки, педагогика, язык. Вот. А дальше уже идет разбивка по профилям. И основные базовые дисциплины, они соответствуют профилю. Там, социальная философия, история философии, онтология, теория познания. Вот таким образом. Вот в какой форме будет проходить экзамен в аспирантуру? Ну вот у нас Юлия Сергеевна на факультете отвечает за аспирантуру. И после нас вот она возьмет слово и может подробно вам объяснить по поводу поступления в аспирантуру. Ну вот если Владимир Николаевич что-то добавит. Ну я, наверное, может быть, немножко как бы в эту тему войду, не без подробностей, да. У нас сейчас, да, сейчас аспиранты набраны, ну, лично вот на моей кафедре по онтологии и теории познания 4 аспиранта, 2 аспиранта на
втором годе обучения и два на первом годе обучения. Тремя из них руковожу лично я и одним еще один наш ведущий доцент кафедры. В целом у нас прошлые годы, несколько лет прошлых, было два места в аспирантуру, да, ну вот по всем четырем кафедрам. Конечно, это маловато, да, конкурс всегда был очень большой, но мы могли взять на бюджетную основу только два человека. Несколько человек у нас, конечно, приходило на ну, коммерческой основе, на платной основе. Ну, таковых никогда много не бывает. У нас более 10 только профессоров, несколько ведущих доцентов, поэтому, конечно, как бы мы могли бы взять гораздо больше аспирантов и подготовить к защите гораздо больше таких молодых наших коллег, но это, так сказать, спускается министерством, поэтому мы здесь ничего как бы сделать не можем. Но ситуация в этом году, по моей информации, немного лучше. Нам выделили 5 бюджетных мест, это в 2,5 раза больше, чем несколько предыдущих лет. Это уже как бы более радужная картина. Вот, и насколько я информирован, да, вступительные процедуры будут аналогичные тем, которые в этом году были, в период пандемии, да, когда экзамен был тестовый, то есть вы могли дистанционно в определенное время заполнить тесты, и, соответственно, по баллам за эти тесты вы ранжировались и зачислялись в аспирантуру. Ситуация с вступительными сохранится и в этом году такая же. Вот, но я как бы подробности здесь не буду говорить, потому что об этом расскажет Юлия Сергеевна. Я как бы продолжу вот разговор по характеру нашей аспирантуры. Действительно, у нас есть свой диссертационный совет по вот этим трем специальностям. По 01 специальности онтологии и теории познания, по 03 истории философии и 11 по социальной философии. И, соответственно, после трех лет нахождения в аспирантуре мы ожидаем, что, соответственно, вы выходите на защиту и защищаетесь в нашем же совете, никуда ехать не нужно. Есть у нас и свой журнал, сейчас он ваковский, но, надеюсь, в ближайшее время он войдет и в международные базы данных, и поэтому, опять же, есть и такая поддержка, как по публикациям, что тоже необходимо для выхода на защиту. И, насколько я информирован в целом, сейчас идет разговор о том, что вот эта сама система аспирантуры будет возвращена в тот формат, который был раньше ей даден, то есть она перестанет быть третьим уровнем образования, потому что он вообще, на мой взгляд, был лишним и абсолютно непонятным. Если человек его заканчивал, но не защищал кандидатскую диссертацию, вообще, что это был за специалист, абсолютно непонятно. Все-таки это уровень не образовательный, а научный, как это было и раньше, и, по-моему, это уже дошло и до наших чиновников в министерстве, и разговоры, что с сентября эта система будет
возвращена вот в первоначальный ее вид, в первоначальную задумку, аспирантура будет не образовательной ступенью, а научной ступенью, где основное будет не то, что вы проходите в качестве каких-то обязательных лекций и, соответственно, сдачи там каких-то экзаменов, а это три года будут, опять же, сконцентрированы на том, чтобы вы подготовили вашу кандидатскую диссертацию и успешно ее защитили, получив звание кандидата философских наук, и, соответственно, это уже всем понятно в любых структурах, да, если вы получаете диплом кандидата наук, причем у нас это приравнено к PhD, то есть наш диплом и в других странах признается в качестве такового. Вот. И еще один момент. Наш диссертационный совет в числе 19 других российских советов получил право да, на окончательное решение по присуждению искомой степени кандидата наук. У нас нет ваковской как бы ступени, которая обычно существует в этой процедуре. Да, вот 19 вузов сами присуждают, то есть после успешной защиты присуждают степень кандидата наук. Никуда не отсылают документы. Вот в других советах, кто не имеет такой возможности, после защиты происходит процедура еще утверждения этой защиты в ВАКе. То есть посылаются документы в ВАКе, там есть еще, так сказать, экспертная как бы процедура экспертизы, и, соответственно, после еще одной экспертной процедуры уже происходит утверждение этого решения по защите. Наш совет уже принимает в окончательной редакции эту защиту. Соответственно, если совет голосует «за», по окончанию голосования мы можем поздравлять соискателя с успешной защитой и присуждением ему искомой ученой степени. Это тоже как бы достаточно серьезное преимущество нашей аспирантуры и защиты. Вот еще вопрос у нас, да, вот где работают наши аспиранты. Ну вот у меня, например, выпускники вот и из России, которые, да, наши граждане, они в основном в академической сфере. А и иностранные, вот у меня тоже были, как я сказал, из Вьетнама, тоже в основном в академической сфере. Но, как я сказал, спектр широкий таких возможностей трудоустройства. Mm-hmm. Можно ли работу совмещать с учебой? Да то так и делают. У нас, ну вот, когда это было как бы объявлено, что это третий уровень образования, ну, как бы занятий было немножко побольше стало, да, но они в основном в вечернее время, да, и два дня в неделю, не больше. Вот, но вот, как я говорю, если вернется старая система и правильная система, когда аспирантура будет восприниматься все-таки как научная ступень, а не образовательная, и этих обязательных курсов, которые вы должны будете прослушать и получить какой-то зачет или экзамен, будет еще меньше, и, соответственно, будет больше свободного времени и возможности где-то работать. Но, повторюсь, в аспирантуру поступают уже люди в основном как бы взрослые, многие уже имеющие как бы свои семьи, поэтому все преподаватели понимают, и если даже как бы есть какие-то
накладки вот в этом совмещении, да, всегда можно договориться в каком-то таком личном порядке о каких-то исключениях, и преподаватели, я думаю, идут на встречу легко. Вот сколько аспирантов сейчас? Ну, сейчас у нас, по-моему, человек 7, да? А на всех трех? Угу. Больше? Я думаю, больше, гораздо больше. Ну, потому что... Как есть бы, соискатели, которые тоже защищаются. Иностранцы, да. Я думаю, человек 15 есть. Да, я думаю, человек 15, если только, да, если только на нашей кафедре. Четверо, я знаю, есть на вашей кафедре, которые уже выходят на защиту сейчас. Есть на кафедре социологии. Я думаю, да, не меньше 10. Угу. А про контрактные места, они ограничены? Они сколько ограничены? Контрактных мест? Ну, в целом, да, они не, их не ограничивают. Там говорят, что сколько дают бюджетных, столько и контрактных, как предполагается. Но я думаю... Если будет больше желающих, университет заинтересован в контрактных студентах, как вы сами понимаете, поэтому найдут, ну, чтобы вот добавить. Вопрос про публикации. Сколько должно быть публикаций за период обучения? У нас, собственно, немножко более серьезные условия для выхода на защиту, нежели общие общеваковские, да, две статьи в журналах ВАК, да, и одна статья должна выйти в журнале Scopus или Web of Science, неважно какого квартеля, и причем, если, да, ваковские, желательно все-таки, чтобы они были индивидуальные, то Web of Science и Scopus допускается, ну, совместно с научным руководителем или еще с каким-то, как бы, автором. Вот. Всего три публикации, минимальное количество, которые должны. И вот так они должны раскладываться. Два ВАК, один международной базы данных. Да, ну вот вопросы мы... исчерпали, да? Пишите, пожалуйста, какие у вас есть вопросы. Мы готовы ответить. А вот по поводу поступления, зачисления, да? Юлия Сергеевна, она у нас, наверное, сейчас подключена, и она может ответить на все эти вопросы более квалифицированно, подробно, да? Ну да, нам сказали, что все-таки представитель нашей аспирантура, руководитель нашей аспирантуры на факультете, она более информирована. Вот добрый день, коллеги. Я надеюсь, меня слышно и видно. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты, студенты. Я сейчас попрошу помочь презентацию. Да, включить, если вам не сложно. Да. Меня зовут Масюк Юлия Сергеевна, я являюсь тьютором по учебной работе аспирантов факультета гуманитарных и социальных наук. И сейчас я вам расскажу об общих правилах приема, сроках подачи документов, также о том, как будет проходить вступительное испытание, и, в общем, постараюсь ответить на все ваши вопросы, касаемые вот поступления в нашу аспирантуру. Листаем мы или она? Нет, я буду листать, спасибо. Обратите внимание, прием документов у нас начинается с 18 июня на бюджетные места, также на контрактные места, тоже с 18 числа. Завершается прием 22 июля на бюджет, 14 сентября на контракт. Сроки проведения вступительного испытания на бюджетные места с 23 июля по 30, и на контракт чуть продлевается до 18 сентября. 31 июля будут размещены списки поступающих на сайте, до 19 сентября будут размещены списки поступающих на контрактные места.
предоставлять оригиналы, чтобы вас зачислили в аспирантуру, нужно до 5 августа на бюджетные места и до 20 сентября на контракт. И сроки зачисления до приказов о том, что вы будете учиться в аспирантуре, это до 7 августа на бюджет и до 21 сентября на контракт. Начало обучения с первого курса начинается 22 сентября по очной форме обучения, заочной на философии нет, но здесь как бы у меня общая информация для всех направлений. Что касается необходимых документов, которые вам нужно предоставить в приемную комиссию, это оригиналы на обозрение, копию своего документа, удостоверяющего личность, также оригиналы, копию диплома. Диплом, потом оригинал вы приносите и до числа, которое я называла ранее. Если есть какие-то необходимые условия, чтобы сдать экзамен, вы это тоже говорите, и там, если есть какие-то документы, подтверждающие, там, например, инвалидность. Если у вас есть индивидуальные достижения, вы их тоже приносите в качестве документов, они будут учитываться при общем наборе баллов. Я вам потом о них расскажу, что это за индивидуальные достижения. Ну, фотографии, как вы видите. И самое основное, документы вы можете подавать как онлайн, через личный кабинет на сайте поступающим, это admission.ruden.ru, либо можете прийти, подать их лично, в период приема документов, то есть это с 18 июня. Приемная комиссия будет работать у нас в главном корпусе, вся информация тоже будет на сайте Руден есть. Либо почтой, если вам так удобно, по почте на адрес, который, видите, тоже он указан у меня в презентации. Про вступительное испытание, как говорил Владимир Николаевич, я подтверждаю, да, он будет проходить по специальной дисциплине и проводиться в форме компьютерного теста с использованием системы дистанционных технологий. Ничего сложного нет, вы подключаетесь, проходите экзамен, и дальше потом вам придут результаты прохождение вашего вступительного испытания. Ну, у вас будет язык проведения русский, потому что на философии у нас только программа на русском языке. Ознакомиться с перечнем вопросов вступительного испытания, точнее, примерной тематикой этих вопросов, вы можете тоже на сайте приемной комиссии admissionruden.ru. Там все, заходите во вкладку «Философия» и программу вступительных испытаний, вы с ней сможете там ознакомиться, она висит. Про индивидуальные достижения, как я уже сказала, баллы будут начисляться за каждое индивидуальное достижение и суммироваться с тем, которое вы наберете при прохождении тестового испытания. Для того, чтобы их подтвердить, вам нужно предоставить их документально в приемную комиссию, либо загрузить в личный кабинет, если подаете документы онлайн. Как вы видите, какие дополнительные баллы у нас могут быть присуждены? Это если у вас диплом с отличием в образовании, за каждую статью, которую вы публикуете в журнале, которая индексируется в международной базе данных, еще дополнительные 5 баллов. Если это сборники трудов конференции, но тоже индексируемых в международной базе данных, это 3 балла. Из перечня ВАК это 2 балла. Ну и дальше, пожалуйста, можете тоже посмотреть за те или иные достижения, вам дополнительно будут присуждаться баллы. Если они у вас есть, это хорошо. Бюджетные места на философии с этого года, и они увеличились от 2 мест до 5. Сейчас на философии у нас 5 бюджетных мест, поэтому шанс учиться на бюджете увеличился, и смело подавайте документы на бюджет и поступайте. Если не получается, ничего страшного, вы можете учиться на контракте. Контрактные места тоже у нас нету каких-то особых ограничений по количеству контрактных мест. И вот сразу перехожу к стоимости обучения. Полная стоимость обучения по направлению философии, этика и религиоведения 312 100 рублей. Но у нас руководство университета дарит нашим
поступающим скидки в размере там, до 40% на обучение по очной форме. Можно устанавливать гибкий график платежей. Всю эту информацию подробно вы можете потом выяснить в коммерческом отделе. И, соответственно, стоимость за учебу, она снижается. Этот сайт приемной комиссии РУДН, о котором я вам говорила, просто в адресной строке можете вбить admission.ruden.ru и там перейдете на вкладку «Аспирантура». Условия приема, сроки предоставления документов, как будет проходить экзамен, вся эта информация, она на сайте висит, и если вы что-то пропустили, вы можете заглянуть на сайт, и он сможет помочь вам ответить на все ваши вопросы. Что касается моей контактной информации – я нахожусь на факультете гуманитарных наук в 408 кабинете. Это моя электронная почта. Если у вас какие-то есть вопросы, вы можете смело писать. Можете заглянуть на нашу страничку ВКонтакте, подписаться на нее. И там же тоже задавать вопросы, которые касаются там, поступления или обучения в аспирантуре. В принципе, самую основную информацию о приеме и, точнее, подаче документов я рассказала. Сейчас я посмотрю, какие вопросы здесь есть. И, наверное, будет мне нужна тоже помощь коллег в ответах на вопросы. Про консультацию. Консультация, да, бывает. Она в прошлом году, точнее, в прошлом учебном году, она у нас была онлайн тоже, точнее, вывешивались видео, как будет проходить. Ну, в общем, там все было рассказано, как нужно подключаться, отвечать на вопросы и все. Ну, то есть всех абитуриентов у нас информировали. А это вы уже отвечали на эти вопросы? Тестов примерных для подготовки к экзамену нет, но есть примерная тематика вопросов, которая, как уже сказала, находится в программе вступительных испытаний. Вы заходите на сайт admission.ruden.ru, вот здесь, вот я вам его показываю на слайде. Там есть направление подготовки. И кликаете на нужное вам направление, это философия, этика, религиоведение. И там будет с правой стороны вкладочка «Сведения скачать». Вы на нее кликаете, и у вас открывается документ с программы вступительных испытаний, где вся тематика вопросов, которые могут быть в тесте, она там перечислена. Юлия Сергеевна, а можно мне вопрос задать? Да, ради бога, конечно, Владимир, давайте. Я просто там в перечне как бы баллов не обнаружил публикации в РИНСе. Ну, то есть публикации, которые не входят в ВАК или в международные базы данных. То есть такие публикации вообще никак не оцениваются? Эти публикации могут быть как научный доклад, который опубликован в сборнике с ISBN. Как правило, такие публикации, у них есть такой присвоенный номер, и он учитывается как один, по-моему, балл. Я сейчас... Ну вот я не обнаружу. А, в самом за низу. В самом низу, за каждый научный доклад, да. Бывают такие статьи, например, вот в наших сборниках ребята публикуются, и там, если есть вот этот классификатор ISBN, то тогда индивидуальное достижение учитывается как один балл. Ну да, ну и есть журналы, которые не ваковские, да, но они тоже какие-то имеют, конечно, выходные данные, поэтому... Да. Один балл, да. Если не вак. Понятно, спасибо. Коллеги, ребята, есть ли у вас еще какие-либо вопросы, которые вот касаются технической стороны поступления в аспирантуру? А
Экзамен будет проходить дистанционно, да, можно, да, да, дистанционно. Дистанционно, да, да. Приезжать в университет не обязательно. Вам будет назначена дата экзамена, вы получите письмо на свою электронную почту со ссылками, как проходить и сдавать тестирование. Вы подключаетесь в то время, в которое вам обозначено будет в письме, в тот день, абсолютно откуда вам удобно, из дома или, там, не знаю, из работы, то есть, но подключайтесь и проходите тестирование самостоятельно, естественно, за этим тоже следят, и дальше уже вы получите результаты спустя некоторое время, как вы сдали этот экзамен. Ну, собственно, очень комфортно получается. Вообще никакого времени вы не тратите на дорогу, на какие-то, да, здесь вот разговоры, подготовки. То есть все достаточно хорошо для самих поступающих. Да, это очень удобно. Консультация перед экзаменом, да, будет. Как вы перед любым другим экзаменом или каким-то испытанием, конечно, будет выделено время, где как бы преподаватели или вот отвечающие за проведение этого мероприятия постараются как бы вам рассказать и ответить на какие-то, может быть, еще уже возникшие вопросы. Это обязательно проводится перед экзаменом. Так. Все, да? Больше никаких новых вопросов нет? Юрий Сергеевна, вроде бы все вопросы мы ответили. Ну и если, да, если возникнут они как-то после, то да, есть электронные почты, есть... Да, пожалуйста, пишите, заходите на факультет, 408 кабинет. С удовольствием вам все покажем, расскажем. Да, РУДН уже работает в привычном очном режиме, не дистанционно, так что все службы на местах, и вы в любое время можете приехать и пообщаться индивидуально. Вопрос по пробное тестирование в рамках консультации. Коллеги, как по практике, было пробное тестирование. Я, честно говоря, да, пробное тестирование, ну, там, прошлогодних тестов или как-то еще просто какого-то нашего, там, ну, нашего контроля не было. Просто разрешалось, как бы, какое-то время, ну, вот, всем желающим попробовать эту программу, ну, протестировать, ну, то есть, чтобы вы могли уже, когда будет все-таки жесткое время и нужно будет как бы уложиться, чтобы вы не тратили время на какие-то, ну, может быть, технические нюансы, может быть, психологические какие-то моменты, чтобы вы вот смогли это все прочувствовать. Но это не будет, опять же, по какому-то времени, просто вам будет дана возможность в эту систему войти и попробовать там что-то заполнить из старых тестов. Вот таким вот образом. То есть чисто техническая и психологическая ваша проверка. Но не, конечно, не то, что вы будете делать в реальном тестировании. То есть не те вопросы и не какое-то жесткое время. Все?